я звоню ему, слезы жуткие, а он такой, он всегда: «Галюня, что случилось?» У него такой момент прям. Я говорю: «Роман Григорьевич, у меня беда случилась, у меня мама умерла, мне... я не знаю, что делать». Он говорит: «Немедленно приезжай ко мне». Я тут же собралась, приехала к нему на Тверскую, он там жил. Крыльцо, в феврале это было, она у меня в феврале умерла, вот начало марта. Крыльцо ополеденело, все, я еле поднялась, на лифте поднялась, позвонила ему в дверь, он мне дал конверт: «Все, иди». И там деньги на похороны, без отдачи, без всего, понимаете, это дорогого стоит. И когда мне иногда